Сегодня модно быть здоровым, употреблять полезную пищу, пить очищенную воду. Проблемой остается воздух, которым мы дышим в городах. По мнению экспертов, один автомобиль наносит вред окружающей среде больше, чем 2000 курильщиков. Экологи утверждают, что 95% загрязнения воздуха связаны как раз с автомобильными выхлопами. Такой значок в городе появился около месяца назад, и сегодня его найти можно только на двух заправках – здесь, а также на заправке, расположенной близ автовокзала на улице Фридриха Энгельса. И означает этот символ, что в топливе присутствует многофункциональная добавка «Envirotaps». Основная задача «Envirotaps» – обеспечить полное сгорание топлива в камере сгорания без повышения октанового числа. В результате повышается КПД и мощность двигателя. Водитель меньше давит на педаль газа и, как следствие, сокращается расход топлива. В среднем по России на 15-20%. Кроме того, так как топливо сгорает полностью, в камере сгорания не будет нагара, а это значительно продлевает срок службы двигателя. И если водитель зальет некачественное топливо и добавит Envirotaps, то это не убьет сердце его железного коня, что бывает нередко. Но самое главное, вредные выбросы снижаются на 70-90%. И это легко проверить. Один из тех, кто убедился в этом, Николай Чуклеев. Envirotaps он начал применять около года назад. Покупал добавку у распространителей. Теперь стал постоянным клиентом этой заправки. Я уже почти год пользуюсь этими витаминами Envirotaps. Это катализатор горения топлива. Это не присадка к топливу. Мой расход снизился процентов на 30. Иногда у меня бывает больше, смотря какой зависимости бензин. Я рад, что в нашем городе открылась заправка, и не одна заправка, с добавлением таких вот витамин, с этим катализатором горения топлива. Зимой, то есть я машину прогреваю в гараже с закрытыми воротами, я завожу, то есть выходит чистый пар, запаха никакого нет. Улучшилась динамика, увеличилась мощность. При снижении расхода топлива на 15-20% на каждые 100 рублей, потраченные на активатор горения, водитель экономит до 600 рублей. То есть получается, что заботиться об экологии не только полезно, но и выгодно. Envirotaps одинаково хорошо помогает всем видам топлива – газ, дизель, бензин – и подходит для всех автомобилей – отечественных, зарубежных, легковых, грузовых или автобусов. Я использую этот активатор в течение уже 9 месяцев. У меня как бы двигатель стал работать мощнее. Мягче идет экономика. 900 рублей с рейса в Москву и обратно. Если культура питания для многих уже стала нормой, то культура зеленого вождения пока только набирает популярность. Между тем, на официальном сайте производителя есть исчерпывающая информация об Envirotaps и отзывы постоянных клиентов, среди которых целые предприятия.